Всем привет, я Резаев Давид, я сооснователь Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня хочу вам рассказать, что же такое НААП. Мы профессиональные участники рынка аукционов по банкротству. Что же это такое? Когда банкротятся компании, у них на балансе числится различное имущество. Так вот, мы именно те профессиональные участники данного рынка, которые покупаем ликвидное имущество на 30, 40, 50, 60, 70% дешевле рынка. Мы аукционные брокеры. Мы оказываем услугу по покупке для наших инвесторов ликвидное имущество, оказав им услугу брокериджа, и за это нам платят комиссионное вознаграждение. Мы учредили ассоциацию, мы зарегистрировали ее в Министерстве юстиции, и мы создаем профессиональных брокеров на рынке Российской Федерации. Также я хочу, чтобы вы познакомились с другими членами нашей ассоциации. Всем привет, меня зовут Александр Фадеев, я директор департамента по подготовке партнеров Национальной ассоциации аукционных брокеров. И именно ко мне вы попадете после того, как вольетесь в нашу команду, потому что наш отдел, департамент по подготовке партнеров, отвечает за формирование вот этой вот всей нашей дружной семьи НААП. Вся наша команда ежедневно трудится для того, чтобы вы получали нужные вам результаты. НААП – это стремительно развивающаяся партнерская сеть аукционных брокеров по всей стране. Ну а для меня НААП – это вторая семья. Это друзья, это постоянные возможности для развития. Всех приветствую. Я являюсь руководителем по направлению инвестиций компании НААП. Также сопровождаю сообщество во всех его взаимодействиях на базе онлайн-офиса НААП. На данный момент по направлению инвестиций в компании НААП ведется серьезная работа по расширению инвестиционной базы для выкупа лотов, которые привлекаются с помощью всей партнерской сети. Инвестиционная площадка НААП помогает всем нашим партнерам получать инвестиции на их проекты, которые они предоставляют на рассмотрение в наш главный офис, и таким образом помогаем им зарабатывать. Для наших партнеров предусмотрено выделение инвестиций от 5 миллионов рублей и в индивидуальных случаях до достаточно больших сумм, свыше 20 миллионов. Для этого мы рассматриваем статистику каждого брокера и его эффективность, поэтому индивидуально рассматриваем достаточно крупные инвестиции. Национальная ассоциация аукционных брокеров – это хорошая возможность зарабатывать деньги на рынке торгов по банкротству. Для этого нет необходимости проходить какое-то специализированное обучение, потому что у нас выстроенная, понятная, простая система, созданная на основе практики, которая позволяет быстро понять, что делать на этом рынке, как на нем зарабатывать, какие конкретно действия необходимо делать для того, чтобы быстро получить доход и делать это регулярно. Компания НААП – это сеть из более чем 600 партнеров по всей России. Это гигантское количество ресурсов для заработка на рынке торгов по банкротству. Те, кто желают зарабатывать, те, кто хотят этого действительно, они всегда могут к нам присоединиться, и мы рады каждому. Поэтому приходите к нам в Национальную ассоциацию аукционных брокеров и начинайте зарабатывать вместе с нами. Привет, меня зовут Нелепин Кирилл. Я являюсь руководителем отдела выкупа. Что такое отдел выкупа? Это команда, состоящая более чем из 600 партнеров по всей России, которые профессионально занимаются выкупом имущества. За последние 3 года мы сформировали набор инструментов, благодаря которым можем гарантировать высокую доходность от сделок для себя и наших инвесторов. Чем же мы занимаемся? У нас есть 3 направления. Первый – это отдел недвижимости. Второе – отдел спецтехники. Третье – отдел по предоставлению услуг по агентской схеме. В каждом из направлений мы проделаем колоссальную работу, где занимаемся поиском ликвидных лотов, изучением документов по имуществу и точным финансовым анализом сделки, что гарантирует безопасность клиентов при работе с нами. Что такое НААП? В первую очередь это масштаб, где мы влияем на рынок не только на уровне города, но и на уровне всей страны. И я точно понимаю, что с такой командой мы выйдем и на мировой рынок аукционов. Что же такое НААП лично для меня? В первую очередь это вызов. Это непростые задачи, это драйв, благодаря которому я чувствую, что я живу.